Ну что, может еще одну на прощание спеть? Давай, давай. Сейчас напоследок еще свою споем и будем встречать Лейлу и братья по-разному. Да? В преддверии ее дня рождения. Давай, давай, сейчас будет нормально. Поехали. Yeah! Эти мягкие шаги не уснуть нам помешали. Завернувшись в одеяле, мы летим на край земли. Вступили мы внезапно, позабыли, что нас завтра разлетимся вновь и вновь. Может быть, вчерашний снег превратится завтра в слякоть. Ты не будешь больше плакать, позабыв меня навек. Но пока еще несколько часов до последнего утра, и никто уже не вспомнит, что же было там вчера. И никто не запоет о тебе. А минуты врут и врут, все долгая нас к черте, за которую заступим, мы несемся к пустоте. Может быть, за той чертой мы найдем себе приют. Пытаемся не спать, обреченно веря в чудо, зная, что его не будет, больше некуда бежать. Обернемся мы назад, посмотреть, что с нами было. Время нашу жизнь разлило, и обратно не собрать. Ну давай, беги, беги, может быть, тебя я встречу, но, наверное, не замечу, или будет не узнать. Но пока еще несколько часов до последнего утра, и никто уже не вспомнит, что же было там вчера. И никто не запоет о тебе. А минуты врут и врут, все толкая нас к черте, за которую заступив, мы несемся к пустоте. Может быть, за той чертой мы найдем себе приют. Спасибо большое. Ну, наверное, на этом все. Встречайте Лейлу. И дай бог не последний, ребята, и увидимся.